От синего углу, fighting out of the blue corner. Ему 33 года, рост 172 сантиметра, вес 66,25 килограмма. Профессиональный рекорд 15 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he 33 years old. Standing 172 centimeters tall, weighing in at 66.25 kilos. His professional record 15 victories with 2 defeats. Дамы и господа из Красного Россия, Сайфуллах Волф! Чабрахилов! Его соперник в красном углу. Фарегадада Редкона! Бойцу 34 года, рост 170 сантиметров, вес 66,2 килограмма. Профессиональный рекорд 14 побед, 6 поражений. Ladies and gentlemen, he 34 years old. He stands 170 centimeters tall, weighing at 66.2 kilos. His professional record 14 victories and 6 losses. Дамы и господа, из Пакистана, Россия, Ислам Дешев! Рефери поединка Максим Протасов. Сайфулла Джабраилов против Ислама Мешева. Вашему вниманию прямо сейчас на матч-боец. Это ACA 177, 15 побед и 2 поражения у Сайфуллы, 14 побед и 6 поражений у Ислама Мешева. Итак, смотрим. В синем углу Сайфулла, в красном Ислам. И вот такая плотная атака по ноге от Джабраилова на старте. Да, не откладывая в долгий ящик, Джабраилов смело так заряжает по ближней ноге. То же самое пытается сделать Ислам Мешев, только с внутренней стороны, чуть с меньшей силой. Чуть больше перемещается Мешев. Но вынуждает его делать Джабраилов. И хорошая атака левой рукой от Мешева была. Логика ясна на самом деле. В общем-то, замедлить такого моторного парня. И, собственно, потом уже как стоячую мишень поработать либо с точки зрения ударной техники, либо уже борьбы. Думаю, что борьбы. Неплохо обменялись атаками. Тут же удар по корпусу от Джабраилова. И на опережение сейчас в разрез действовал Ислам Мешев. Тоже неплохо. Сайфулла правильно делает, что постоянно поддавливает. Нельзя давать работать Мешеву, а Исламу, соответственно, нужно пытаться избегать этого давления, выходить и из-под него. Также Джабраилов совершенно не спешит переходить к борьбе. Показывает хорошее давление. Ой-ой-ой-ой-ой. Плотно приложился как Сайфулла. И здесь опять опасный апперкот справа. Сокращается дистанция. Мало пространства за спиной Мешева. И еще одна атака. Это глухой нокаут. Нет, не глухой, это просто нокаут. Но это одноударный нокаут от Сайфуллы Джабраилова. Вау. Да, по-другому и не скажешь. Пожалуй, да не пожалуй, а совершенно точно пока лучший финиш на турнире ACA 177. Сайфулла Джабраилов. 16-я победа в карьере и 11-я победа нокаутом. Смотрим еще раз, как это было. Прицелился. Здесь прочитал соперника. И слева. Очень аккуратно, точно в челюсть. Обрати внимание, не амплитудно, а именно точно здесь сыграла роль. Смотрите еще раз. Оттяжка, бум, и все. Коротко и очень быстро. Еще и головой ударился Ислам Мешев. Однозначная заявка на бонус, который составляет 50 тысяч долларов, ни много ни мало. И может забрать его только один спортсмен или два, в случае, если бонус дается за лучший поединок вечера. Но тогда победитель забирает 50, а проигравший 25. Пришел в себя Ислам Мешев. Дамы и господа, ваш победитель пришел к вам через минуту и 29 секунд самого первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you at 1 minute and 29 seconds of the very first round. Победу нокаутом одержала new winner by knockout victory Сайфулла Волф Джабраилов! Великолепная работа от Сайфуллы Джабраилова. И двигаемся дальше. Это ACA 177.